Задолженность по алиментам в Чувашии достигает миллиарда рублей. Что делать, если один из родителей финансово не участвует в воспитании детей? Один из самых распространенных вопросов, с которым жители обращаются к юристам. О бесплатной правовой помощи в проекте «Юристы населению» говорили сегодня в Общественной палате. Бесплатную юридическую помощь населению в Чувашии оказывают 7-й год. Бесплатная она условно. Работу адвокатов оплачивают из бюджета. В Чувашии право на такую помощь имеет 41 категория граждан. В будущем список могут дополнить обманутыми вкладчиками, в том числе, чтобы решать вопросы в связи с лишением лицензии Чувашкредитпромбанка. Также в республике работает проект «Юриста населению». Он предполагает оказание правовой помощи всем нуждающимся. Ежемесячно практически десант представителей Министерства юстиции, адвокатской палаты, нотариальные палаты выезжают в районы республики, проводят прием граждан, проводят разъяснительную работу. Основные вопросы – это вопросы социальной защиты, право на жилье детей, оставшихся без попечения родителей, ну и трудовые вопросы, конечно. Высвечиваются те проблемы, которые есть у нас на местах. Большинство здесь присутствующих непосредственно выезжали с нами, с нашими представителями, общались с нашими гражданами по тем наболевшим вопросам, которые у них, казалось, зачастую годами не знали, как их разрешить, иной раз не знали о том, что такие-то определенные права есть. За 2 года работы проекта юридический десант выезжал в муниципалитет уже 26 раз. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.